Друзья, в продаже у нас появился Citroёn C4 2010 года. Автомобильно-бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 120 лошадиных сил. На автомате, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего два владельца. Авто без ДТП, в очень хорошем состоянии. На литых дисках имеются противотуманные фары. Повторители на зеркалах. Тканевый салон, подогревы передних кресел, имеются небольшие кармашки, также перчаточный ящик с множеством других кармашков, вешалка для сумки, сзади у нас три места, электростеклоподъемники, сеточки, достаточно вместительный багажник для такой небольшой машины, имеется полочка. И, наконец, у водителя у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, также подогрев, корректор фар, мультируль, центральная часть всегда в одном положении, выглядит эффектно, круиз-контроль, штатная мультируль заднего стекла, зимний режим, также регулировка руля по высоте и вылету. Машина в очень хорошем состоянии, без ДТП, оригинал ПТС, всего два владельца.